что следователи также провели там обыски. В российском министерстве энергетики считают незаконными санкции США против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании ПДВСА. Об этом журналистам заявил глава ведомства Александр Новак на заседании Российско-Алжирской межправительственной комиссии. Напомню, с 28 января в Соединенных Штатах заблокированы активы ПДВСА на 7 миллиардов долларов и запрещены любые сделки с этой компанией. Что касается Венесуэлы, я думаю, что в настоящее время невозможно сказать, какие будут с точки зрения добычи последствия для республики. Мы считаем, что эти санкции, которые были введены, носят незаконный характер, нарушающий международное право, вмешивающиеся в хозяйственную деятельность субъектов. И, безусловно, сейчас санкции – это, в принципе, неопределенность, относительно которых невозможно дальше оценить, что будет. Нужно будет мониторить ситуацию. О том, как сейчас развивается ситуация в самой Венесуэле и как...